конкурс «Дети читают стихи» Поздяева Алина. Программа «София». Первый В класс, школа номер 16. Петр Давыдов. России не нужна война. Пройдя сквозь годы непогоды, Россия стала лишь сильнее. Как прежде разные народы, надежды связывают с ней. О прошлом помнит вся страна. Война России не нужна. Опять налево и направо готовы это повторять. Россия, мирная держава, но своего не даст забрать. А истина всего одна. Война России не нужна. Промчится непростое время. России снова сильной быть, чтобы в нее не только верить, но и гордиться и любить. Есть в мире истина одна. России не нужна война. В тяжелых, побывав в сражениях, храня их в памяти своей, Россия хочет уважения, чтоб этот мир считался с ней. И пусть развязка не видна, война России не нужна. Мы победили всех когда-то, и поражений в прошлом нет. Но отмечая наши даты, мы новых не хотим побед. И пусть большой была цена, России не нужна война.